В эфире новости, в студии Ксения Садова. Здравствуйте. Итоги этого дня подведем прямо сейчас. Во Владимирской области ликвидировали подпольный ликероводочный завод. Его полицейские обнаружили на бывшей автобазе в Петушинском районе. Там нашли целую производственную линию. Кроме того, были изъяты 23 тысячи готовых к продаже бутылок с алкоголем и спиртосодержащая жидкость объемом свыше 17 тысяч литров. В отделе полиции по Петушинскому району возбудили уголовное дело. Организаторам подпольного завода грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Правоохранителям предстоит их установить. По информации полиции, нелегально произведенный алкоголь поступал в продажу в магазины в Московской области. В регионе снова побит антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 269 новых случаев. Общее количество инфицированных за все время пандемии почти достигло отметки в 57,5 тысяч человек. В октябре во Владимирской области возобновится реализация федерального проекта «Добро в село». Он призван улучшить состояние ФАПов и повысить доступность оказания услуг. В проекте принимают участие волонтеры-медики. Они проведут уборку на территории и внутри медпунктов, измерят сельским жителям давление, уровень сахара в крови, сделают ЭКГ и дадут консультацию по ведению здорового образа жизни. В случае необходимости будет оказана и первая медицинская помощь. Завтра волонтеры-медики планируют побывать в селе Новое Суздальского района. 252 миллиона рублей на новые автобусы и троллейбусы. Такая сумма необходима, чтобы закрыть транспортный вопрос во Владимире. Ежедневно на городские маршруты выходит больше 300 машин. Их средний возраст от 15 лет и выше. Износ подвижного состава солидный. В этом лично убедился в РИО губернатора области Александр Авдеев. Он провел выездное совещание с городскими чиновниками и проинспектировал 7 объектов. Обо всем по порядку прямо сейчас. Стуки молотка и лома. В этом гараже все смотровые ямы заняты. На ремонте и троллейбусы, и автобусы. Машины изношены капитально. Факт констатирует Юрий Иванов, начальник городского отдела транспорта. У нас изношен подвижной состав. Да, подвижной состав в основном больше 15 лет. Да, автобус. У нас буквально единицы, которые автобус 16-18 год. Ежедневно по городу колесят 310 машин. Из них 240 автобусов и 70 троллейбусов. Они обслуживают 43 маршрута. Колоссальная нагрузка. Нагрузка при убитом подвижном составе, отсюда и кадровый голод. Водителей не привлекает даже зарплата. В этой компании 40 тысяч в месяц. Выход нужен полный апгрейд городского автопарка. Сейчас вот заявка как раз вот Александр Александрович помог на 252 миллиона. Давайте подумаем, как нам быстро это все сделать, да, если нас поддержат, то мы могли бы, конечно, и ровно сюда и направить. От транспортной проблемы к дорожной. Александр Авдеев на Театральной площади. Вместо стола для совещаний – большой инфостенд. На карте варианты новой дорожной развязки вдали от Золотых ворот. Памятник ЮНЕСКО рушится на глазах. Вот она должна уйти сюда. Я понял. И то есть весь поток из Золотых ворот уйдет транзитом. Весь транзитный поток. Приступить к стройке пока нельзя из-за особого статуса участка. Он представляет высокую историко-культурную ценность. Вот он тут перед нами. И там прописано в Минкульте, что дороги нельзя делать. То есть если как-то это возможно будет потом разрешить, то мы хотим просто сделать есть, вот здесь. Компьютерная модель, как будет развиваться движение. Как изменится судьба стадиона «Лыбедь», тоже наглядно показали. Его готовят к реконструкции. Арена – одна из старейших в городе. Ей 96 лет. Сколько здесь мест? Сейчас 6 тысяч. Дополнительно построят 4500 мест, гимнастические и тренажерные залы. Будет и парковка на 190 машин. О сроках и стоимости реновации городские чиновники пока не говорят. Инфраструктурный проект вот здесь, вот его полностью, то есть старенький уже стадион, чтобы нам все вот это сделали. Вот этот дом, конечно, нам помешал, но его воткнули сюда вопреки еще до там лет 15 назад. Своего часа ждет и школа спортивной гимнастики имени Толкачева. Здесь занимаются больше 1000 ребят разных возрастов. 26 мастеров спорта международного класса. Сейчас 9 членов сборной страны. Они тренируются от 3 до 5 раз в день. Мало не только площадей. Нужен интернат для проживания спортсменов. В школу приезжают дети из районов. Мечта руководства – новые корпуса. Есть территория, есть возможность принять большее количество детей и сделать еще высшие результаты.
Кроме спортивных, планируют и педагогические победы в зоне особого внимания главы региона и патриарший сад. Развитие станции юнатов Александр Авдеев обсудил за фирменным напитком из Владимирской вишни. 4 года назад сад внешне капитально преобразился, но помощь все равно нужна. В перспективе создания новых экспозиций, их наполнение и оформление. Ольга Ельфимова и Наталья Забнина. Подготовка ко всероссийской переписи населения во Владимирской области выходит на финишную прямую. Об этом сегодня рассказал руководитель Владимирстата Александр Быков. Перепись стартует уже в эту пятницу, 15 октября, и пандемия не станет помехой. Впервые у жителей появилась возможность заполнить анкету с любого гаджета. Переписчику потом достаточно показать полученный QR-код. При условии, что все переписчики снабжены средствами защиты, и мало того, еженедельно они будут проходить тестирование, сдавать ПЦР-тесты, то риск заражения крайне минимален. Заполнить переписной лист можно и офлайн, либо во время визита переписчика, либо в МФЦ в каждом из районов области. Всего в процедуре задействуют почти 2500 переписчиков. Это не считая контролеров стационарных пунктов и многофункциональных центров. При этом опасаться злоумышленников жителям региона не стоит. Переписчиков и волонтеров снабдят опознавательными знаками. Он, во-первых, будет иметь вот такое удостоверение с печатью и подписью руководителя федеральной службы, заполненное, естественно, которое действительно только при предъявлении паспорта, то есть как бы двойная проверка, и удостоверение, которое находится на шее вот в виде бейджа, и плюс каждый человек может потребовать предъявить паспорт и сравнить. Вот этот бейдж, то, что, ту информацию, которая здесь нанесена на удостоверение, с информацией паспорта. В регионе начинает работу горячая линия по вопросам газификации. Ее запускает Общероссийский народный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры. Помимо технических нюансов, есть немало общих вопросов, на которые людям сложно получить ответы. Зачастую общественников спрашивают, как подать заявку, входит ли населенный пункт в программу газификации и какая часть работ по подключению является бесплатной. Большое количество подобных обращений и стало причиной создания горячей линии. Все люди, которые заинтересованы в газификации своих домовладений и не могут получить внятный ответ на свои вопросы, могут обратиться на эту линию. Вопросы будут собраны и направлены в Минэнерго для того, чтобы получить хорошие, полные и внятные ответы на свои вопросы. На горячую линию люди могут и пожаловаться, говорят общественники, ведь порой сроки рассмотрения заявок затягивают. И подключение люди ждут месяцами. Стоимость работ внутри границ земельного участка и тарифы тоже вызывают немало нареканий. Телефон федеральной горячей линии работает уже несколько дней. Ну а первые результаты обращений граждан Владимирской области в ОНФ получат в ноябре. После этого общественники начнут работать адресно с теми, кто обратился. Нам проще и быстрее донести информацию до человека и как-то с ним более человечно пообщаться. Потому что зачастую, как мы сами это видим, люди получают письмо на 5-6 страницах со ссылкой на нормативные акты. Суть письма заключается, зачастую бывает, в последнем абзаце, где написано «можно или нельзя». Как показывает практика, люди ценят общение. Не сухой ответ на бумаге, а личное общение. Во Владимирской области продолжается борьба с африканской чумой свиней. Общее поголовье этих животных в регионе сегодня едва насчитывает 3000. Все они выращиваются в личных подсобных и фермерских хозяйствах, но даже это не позволяет полностью сократить распространение болезни. Только за текущий год у нас уже зафиксирована территория региона 10 очагов африканской чумы свиней. Департамент ветеринарии оперативно проводил все необходимые ликвидационные мероприятия. И вот только с начала года количество животных, которое было изъято, заболело, пало, уничтожено, измеряется количеством более 900 голов свиней. Для нашего небольшого поголовья фактически это треть. На экономике региона, заверяют в профильном департаменте, это почти не скажется. Тем не менее, власти делают все возможное, чтобы сократить очаги инфекции. Регулируют численность кабанов в дикой среде и переводят личные подсобные хозяйства на другие виды животноводства. Это облегчит работу по контролю заболеваемости.
Мы все-таки надеемся, что в ближайшее время на нашей инвестиционной площадке, на которых раньше располагались свиноводческие комплексы, это всем известно, у нас три площадки было, вот по двум площадкам мы все-таки надеемся, что промышленное производство свинины будет в ближайшее время возобновлено. Ведутся переговоры с инвесторами, я думаю, в ближайшее время мы сможем обрадовать наших жителей с возобновлением производства на этих площадках, но пока говорить об этом преждевременно. Во Владимирской области в этом году по госпрограмме отремонтируют более 400 многоквартирных домов. На общую сумму более 1,5 миллиардов рублей. За 6 лет реализации программы капремонта жилищные условия смогли улучшить 600 тысяч жителей области. Каким объектам дали вторую жизнь в Гусь-Хрустальном районе, расскажут мои коллеги. Александра Федоровна переехала в поселок Гусевский Гусь-Хрустального района 5 лет назад из Туркменистана. Пенсионерка признается, денег было мало. 600 тысяч рублей хватило лишь на однушку в старом доме на улице Мира. Коммунальных проблем в их доме не было, говорит женщина, но всегда смущал внешний вид здания. Дом был ободранный, Ну, сейчас сделали вот ремонт, сейчас красиво. Даже люди ходят, развивают, смотрят, какой дом красивый. В двухэтажке на 8 квартир капитально отремонтировали фасад здания и цокольный этаж. Работу подрядчика оценили и в мэрии. Применена штукатурка типа караэт, декоративная штукатурка. Ремонт выполнен в хорошем качестве. Претензий нет. Жители, в общем-то, довольны ремонтом здания. А это дом номер 5 по улице Мира, но уже в районном центре, городе Гусь-Хрустальном. Здание построено в начале 50-х годов прошлого столетия. За это время многое пришло в негодность. Представители управкомпании говорят, текущий ремонт уже не помогал. Срочно требовался именно капитальный. Инициативная группа жителей обратилась к нам, и мы, естественно, поддержали их и как бы инициировали проведение данного ремонта. Фонд капитального ремонта. Кроме того, люди просили утеплить их дом. Чтобы согреться зимой, жителям приходилось переплачивать за отопление. После капремонта люди уже заметили экономию. Раньше было все же прохладно дома, поддувало. Сейчас с утеплением очень хорошо. Уже чувствуется по экономии газа. У нас у всех отопление свое надеваем. То раньше приходилось побольше давать, сейчас меньше уже. Фасад старого здания обновили в рекордные сроки, всего за 3 месяца. Подрядчик снял старую штукатурку и заменил на новую. Кроме того, рабочие установили металлический карниз у подъезда и отремонтировали пороги. Все наши ближайшие жители очень удивлены таким ремонтом. Вот. И сейчас ходят, нам завидуют, это точно. Вот. Хотят тоже, чтобы было так же. В этом году в краткосрочный план регионального фонда капремонта вошло больше 400 домов во Владимирской области. В них обновят фасады и крыши. На 96 объектах из списка работы пока идут. Также у нас сейчас расторговываются на аукционах дома, которые будут уже работы будут выполняться в 2022 году, а проекты, сметная документация будет разрабатываться в этом году. Гарантия на работы, которые выполнил подрядчик, 5 лет. Если результат не устроил жителей, они могут обратиться с жалобой напрямую в компанию. Контакты подрядчика должны быть указаны на информационной табличке. Если вопрос решить не удастся, то люди могут обратиться в региональный фонд капремонта. Сделать это можно по телефону или прислать письменное обращение на электронную почту. Илья Лапушенко, Игорь Липский и Дмитрий Шаталов. А во Владимире улучшилась ситуация с соблюдением сроков и качеством ремонтных работ на тепловых сетях. К такому выводу пришли в Общественной палате города. Это подтверждают и цифры. В 2017 году во Владимире зафиксировали 623 нарушения при проведении аварийно-ремонтных работ. В 2021 это число сократилось более чем в 2 раза, рассказали в Общественной палате. Но жалобы от жителей все равно поступают. Зачастую закончить ремонт в срок тепловикам мешают автовладельцы, которые не хотят убирать свои машины. Приемкой выполненных работ занимается специальная городская комиссия. Теперь в нее будут входить и представители общественных организаций. Территория отдыха и хорошего настроения в Коврове благоустроили Кукушкин пруд. Долгие годы водоем был заброшен, теперь здесь установили понтон, убрали мусор и построили современную детскую площадку. Удобное место для отдыха уже оценили жители города. Татьяна Гордеева расскажет подробнее. Пришли покормить уток, их много, мы часто туда ходим, даже ходили тогда, когда этот пруд был в заброшенном состоянии. А сейчас вообще здесь все красиво. Погулять возле воды и полюбоваться на водоплавающих пчел.
птиц – излюбленное развлечение ковровчан микрорайона Черемушки. В выходные дни и вечером здесь многолюдно. Семьи приходят с детьми. Но долгое время место было заброшенным. Только в прошлом году пруд в числе трех общественных территорий вышел в лидеры голосования и был включен в программу благоустройства. Благоустроили сам водоем, его очистили, укрепили береговую линию, установили детские площадки, лавочки для отдыха, беседку, понтон. То есть теперь жителям есть где отдохнуть. В микрорайоне не так много территорий, где дети могут погулять, взрослые отдохнуть. Здесь учтены пожелания всех возрастов населения. Благоустройство провели в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Финансирование составило 15 миллионов рублей, большая часть из федерального бюджета. На муниципальные средства отсюда вывезли мусор и установили водоотвод, чтобы во время разлива вода не попадала на проезжую часть. Также теперь здесь есть Wi-Fi, освещение и камеры наблюдения. Нравится очень. И если вспомнить, что было, вот этой вот... Вот тут были кусты, они вот доходили не чуть ли до этого 102-го дома. Я, честно говоря, даже и не мечтала, что вот здесь будет сделана такая красота. Мои все три окна смотрят на этот пруд. Вот, я прямо рада до невозможности. Впрочем, у проекта есть и свои критики. Некоторые жители отмечают, благоустройство надо было начать с полноценной очистки пруда. Кроме того, на детской площадке слишком мало игрового оборудования и тренажеров. Два тренажера поставили на такую площадь. Следовательно, где-то еще остальные это все. Где они? Надо все делать по уму. Я не про совершенство, я про ум. Начинается с одного, а то получается как по маршаку. Начинаем не сначала и кончаем как попало. Но все же большинство жителей радуются изменениям. Люди отмечают, после ремонта здесь стало больше уток. На этом пруду водоплавающие задержатся до наступления холодов, а весной снова вернутся, чтобы радовать детей и взрослых. Начало благоустройства, их здесь было... Наверное, чуть больше десятка, а на сегодняшний день жители рассказывали, что они насчитывали около сотни этих уток. Если вечером наблюдать, то очень много семей приходит, и каждый несет батон хлеба. Всего в рамках программы благоустройства в этом году в Коврове привели в порядок 3 общественные территории и 13 дворов. В 2022-м ремонт возле многоквартирных домов продолжит. Также начнут работы по благоустройству 2 скверов. Татьяна Гордеева и Андрей Беляков. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история или вам нужна наша помощь, то звоните на редакционный номер 32-62-33. Через несколько минут в нашем эфире программа «Здесь и сейчас». Илья Архипов уже с нами в студии. Илья, добрый вечер. Добрый вечер, Ксения. О чем будете говорить сегодня? Комфортными и удобными для всех города делают не только строители и архитекторы. О работе прокуратуры в этом направлении расскажем через пару минут. Не переключайтесь.